Всем привет! Продолжаем обновлять наш софт. И сегодня хотел бы показать по Corsair часто задаваемый вопрос. Допустим, там делают карточку, карточка не работает. И есть проблема в этих магнитолах. Как эту проблему узнать, что она присутствует в магнитоле, и как восстановить магнитолу? Сейчас мы и покажем. Значит, вот такая магнитола вот нам прислали, Corsair. Я ее включаю, запускаю. Она у меня разобрана, это чтобы быстрее показать. При запуске не появляется надписи Corsair, то есть черный экран и загорается надпись сразу. Вставьте карточку. Если мы карточку вставляем записанную, опять же, происходит черный экран, и вставьте карточку, ничего не происходит. Это неисправность магнитофона. Не нужно грешить на карточку, не нужно ее перезаписывать, нужно производить ремонт магнитола. Ремонт производится с полным разбором, и я уже это показывал, как ремонтировать эти магнитолы. Поэтому сейчас будет только информационное видео. Покажу, где брать файлы, и покажу, что здесь найти и что перепрошить необходимо. Сам процесс я показывать не буду. Файлы, значит, берем из, значит, заходим в файлы, новая вкладка Flash. Она будет доступна для пользователей, которые нам помогают в сборе этих файлов. Значит, для других пользователей эта вкладка будет платная. В нашем случае у нас BZ500. Скачиваем вот этот файл и, значит, записываем во флеш. Флеш находится внутри, естественно, магнитолы. Для этого делаем полный ее разбор. Я разобрал, чтобы быстрее это все показать. Значит, достаем. Вот необходимо вот эту плату нам поднять. Поднять вот эту плату. Так, достаем аккуратно все. Шлейф отстегиваем. Здесь шлейф отстегиваем аккуратно все. Оттаскиваем плату. Здесь отстегиваем. Так, откручиваем. И имеем вот эту вот флеш. Ее мы будем прошивать. Вернемся через некоторое время, когда уже прошьем. Все, мы прошили. Флеш выпаяли, запаяли заново. В общем-то, сейчас будем ставить и проверять. Все собираем аккуратно в обратном порядке. Вставляем ту антенну. Так, прикручиваем. Оживлю на парочку, чтобы сильно большую сборку делать не буду. Так как у нас флеш была перепрошита, нам необходимо карточку перезаписать. Родная это была карточка, то есть не перезаписать, а переподготовить. Вставляем в девайс, открываем вкладку Unlock Password, делаем разблокировку карты вот этим паролем, делаем ее unlock. Произошел, и заново подготавливаем, иначе карточка работать не будет. Так, подготовили, можем ее обратно сейчас ставить, и сейчас все проверим уже в собранном виде. Опять же, так, все делаем аккуратно.
Возвращаем все на место. Вставляем все шлейфы. Так, все собрали. Сейчас проверяем. Загорается надпись Corsair, как положено. И начинается загрузка. Все, магнитола запускается. Можно делать полную сборку.